Ребята, всем добрый вечер. Что хотел сказать, то что, ну, помимо канала YouTube, решил все видео свои перенести на Яндекс.Дзен и на Рутуб. Ну, на Рутубе как бы что-то какой-то стопор прям конкретный. Там видео очень долго модерируются и обрабатываются. Я думаю, там аудитории не будет по факту. Вот. На Зене, как бы, да, народ смотрит, причем, как бы, видео, которые, ну, на Ютубе особо не просматривают, их просматривают на Зене. Поэтому, ребят, если, как бы, интересно, то у меня в Яндекс.Дзен, короче, такой же ник канала, название канала, как на Ютубе. Подписывайтесь, я буду видео, если какие-то новые выкладывать, то... буду выкладывать как бы и в YouTube, пока он будет действовать, потому что есть вероятность, что его закроют. Ну, не закроют, как бы вещание будет прекращено у нас в России. Вот. И, ну, в любом случае на Дзене я буду выкладывать. Там как бы буду выкладывать, может быть, какие-то фотографии, которые я там природу фоткал, как бы отдельно. Так что, ну, подписывайтесь еще, кому интересно. Спасибо всем, что смотрите.